Приветствую вас, Илья. Я думаю, что, во-первых, мы не можем, да и не хотим читать мысли вашей девушки. Это было бы не корректно немного. Вот, потому что это третье лицо, ну, в данном случае. Вот, с третьими лицами психологи не работают. Вы пытаетесь понять ее в какой-то степени. Но на самом деле вам нужно постараться понять себя. Следующее. Психологи не советуют. Мы не даем советов. Мы можем помочь человеку разобраться в себе, но мы не даем советов, поэтому решение принимаете вы и только вы, и больше никто за вас решение не принимает, и это нормально относительно того, что касается вас, конечно же. Вот. Что касается того, что вам делать, то здесь я мог бы выделить несколько моментов важных, на мой взгляд. Первое. Что делать хотите вы в контексте, например, того, что вы не собираетесь на девушку больше давить, как вы говорите. То есть вот в этом смысле, наверное, стоило бы задать себе вопрос. То, что девушка сейчас, вот, в данный момент времени боится, например, вступать с вами в отношения, это очевидно, то, что она боится. То, что она опасается, то, что она вот как-то, ну, сомневается и так далее. Да, это очевидно. Другой вопрос, что вы хотите с этим делать? Другой вопрос, куда вы хотите двигаться? Вот. Это, пожалуй, важный момент. Ну, для вас. Вот. Такой, я бы выделил, вот, наверное, такой аспект. То есть вам все равно нужно опираться на себя в том, что касается выбора модели поведения. Если вы уже с девушкой своей ссорились, если у вас были, ну, конфликты уже, то имеет смысл более подробно этот конфликт разобрать, потому что, скорее всего, это влияет на вас до сих пор. И следует понять, что конфликт, ну, просто так не исчезает. К сожалению, конфликты пролонгированы.
Вот. По времени. И если с ним не работать, вот, то они могут мешать вам выстраивать отношения на полном серьезе, причем, к сожалению, вот. Поэтому тут вот, ну, момент такой, достаточно важный тут момент. Вот, и, соответственно, его нужно разбирать. Дальше. Чего, на мой взгляд, боится девушка, да? Что ее беспокоит? На мой взгляд, больше всего ее беспокоит недоверие. Недоверие к вам. Она не доверяет вам. Это вот то, что я думаю. Нет, не потому, что вы плохой какой-то. Скорее, потому что у нее ребенок, потому что ей хочется больше определенности, вот, ответственности за себя в этом плане она не берет. Ну, то есть вот как-то вот ей не хочется. Как-то вот она может быть опасается брать ответственность, боится ее. Вот, поэтому с одной стороны ее там тянет, с другой стороны она пытается выставить какие-то границы лично вот между вами и вот что получается, конечно, наверное, не очень хорошо, судя по тому, что я вижу. Вот. Ну, а вам, опять же, повторюсь, ваша задача вести себя максимально в соответствии с тем, что вы хотите, но чем больше конфликтов будет между вами и ею, тем больше шанс того, что она даст задний ход, да, того, что она захочет прекратить отношения с вами. Вот. Поэтому я рекомендовал бы вам, ну настоятельно рекомендовал бы вам иметь в виду то, что вы девушку можете потерять. Вот, если будете вести себя так, что она, ну, грубо говоря, не будет вам верить, не будет вам доверять, например. Вот. Ну, здесь опять же решать исключительно вам, в каком направлении двигаться. Вот. Значит, ну, в принципе, наверное, на этом все. Повторюсь.
Если вы поймете именно, что для девушки сейчас наиболее важно, если вы поймете, что для девушки сейчас наиболее ценно, наиболее значимо, если вы сможете это девушке дать, то, значит, все будет хорошо для вас. Вот. Ну, если нет, то, соответственно, она будет отдаляться или держать дистанцию, что в целом, на мой взгляд, ну, более чем адекватно в силу того, что у нее ребенок. Вот. А, в свою очередь, я бы рекомендовал вам подумать над тем, какие чувства вы испытываете непосредственно к ней, вот, то есть, ну, именно вот, какой вектор имеют чувства, которые вы испытываете к девушке, то есть, на что они направлены, вот, какой имеют объект под собой эти чувства. Направлены ли они на девушку или направлены они на, допустим, там, на что-то еще. Это очень важный момент, крайне важная деталь, потому что от этого, собственно, зависит то, что вы будете делать дальше, как вы будете поступать, ну, в дальнейшем, вот. Такой ответ я могу дать вам. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи, и надеюсь, что ситуация будет разрешена.